Ну и с вами я, Андрей Микс. Так, в общем, я хочу с помощью химическое дополнение Education Edition на Minecraft и Bedrock, то есть на телефоны и планшеты. Смотрите, сколько можно будет взорвать шариков. Тут на каждом ряду 3-4 шара. Так, один шар. Две зубы. Плохо. Удочка. Два еще полетели. Хотя тоже сейчас взорву, то есть. Было правильно. Ну и оно взорвало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 9 взорвало. Это уже хорошо. Дальше будет получше. Теперь у нас идет вход арбалет. Опа. Он взорвал поменьше. Взорвал 1, 2, 3. Он взорвал все это 4. Последний лук. Ну и лук на одно больше, чем арбалет. То есть победил. Так, стопы. Секунду. Я вот сейчас не понял. Тут больше. Ладно, сейчас проверю еще раз. 1, 2. Раз. Так, не вот так. Лучше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 именно. Удочка. Да, 16 удочка. То есть оно практически все. То есть победило у нас. Удочка. Ну, это да. А еще забавный факт. Можно вот так вот делать. Господи, пожить. Сейчас привяжем к корове. И корова полетела. Сейчас я поднимусь. И можно будет открепить. И она того. Кокнется. А еще вот так можно делать. А также еще можно к лодке привязывать. Если, конечно, вы или ваш друг успеет сесть в лодку. Хотя, если друг будет сидеть в лодке, то так даже летать можно будет. Это очень круто. Сейчас я возьму лодочку. Лодка. Лода. Если что, я выживаю на 1.18.32 версия Майнкрафта. Ну, вот. И так реально можно летать. А еще тоже можно проверить. Если сейчас заспавнить какого-либо моба, допустим, тоже курицу. Господи, доставься ты. Короче. То можно будет... О, смотрите. Можно будет прикрепить к... курице. Точнее, к лодке. Но она вроде не полетит. Вот прикольно выглядит. Это еще можно для декораций всяких использовать. А еще если шарик или моб, которым шар, сейчас я вам покажу. Вот. Если вот
Так, я выше всех это сделаю. У меня несколько блоков. Потолок. В общем, если заспавнить моба какого-либо. Какого-либо моба. Посадить вот так. И шариком, то потом шарик, как вы сейчас заметили, взорвется. Да, и он взрывается. Это еще так же работает. И это очень прикольно. Также этот шарик я вам покажу сейчас крафт. Также тут вот такие вот столы есть, которые нельзя скрафтить. Они есть только в креативе. Я сейчас все уберу. Покажу еще, да как это тут делается. А также мне, чтобы их скрафтить, конечно же, понадобится верстак. Логично. Вот верстак. Вот это мне понадобится. Ну, а еще вот эти вот. Тут вот соединитель. Чтобы объединить что-то. И рассоединитель. Ну, во-первых, я сейчас все уберу. Снова. Все уберу. Покажу вам крафт, чтобы вы тоже могли. Заходим в этот стол. Ну, конечно, да, громкий. Но, во-первых, надо сделать везде по шестерочке. В каждом из этих по шестерке. Не получше, чем С. Как-то. Что? Ну, это да. Потом. Один. И один вроде как. Ой. Один, один. И гелий два, два, два. Как. Или 2, 2, 0. 2, 2, 2. Вот. И получаем гелий. Потом уже в этом вот делаем 8 сюда вот. Чтобы получить латекс. Восемь на пять. И вот. И наоборот, я перепутал. Бывает, перепутал. Тик. Тик. И вот получаем латекс. Потом нам понравится любой краситель. Я выберу лаймовый. Лай. Вот лаймовый. А также еще нам понравится поводочек. Поводок. Ставим латекс. Вот так вот оставляем по бокам. Потом ставим снизу поводок, посередине гелий и сверху краситель. У меня получится лаймовый. Вот, вы увидите. Это без модов, это просто дополнение Education Edition. Так, в общем... А также, чтобы получить латекс, у меня, конечно, в креативе сразу же я много получаю, но так уже Вадина вам понравится очень много всего этого. Тем более, это только из креатива вроде можно достать. Так, в общем, и крафт.
Получится всего один шарик. Может даже вот так сделать. И у меня получится 3 шарика. Ну и, как я вам уже показывал, он будет вот это. Кидать мобов. И вот курица полетела. Вот овечка. И полетела. Но это не работает со слизнями. Я даже вам сейчас докажу. Найду тут слизней. Слизень. Но с остальными мобы работают там. С попугаями, аксолотлями. Со спешками или желаями. Но с варденом не. С ифритом. Или же с всполохом. С шалкером это тоже вроде как не работает. Поборником работает это. Ходячим торговцами и остальными тоже. Кроме разрушителя, потому что такие большие, а также с драконом это не работает. Но вот. Господи. Вот. Можно вроде... Не, нельзя. А вот на тебя можно. И, кстати, ему можно будет дать, возможно, господи. О. Всё, я тебе. Я ему дал, о. Но его, прицепить нельзя. Вроде тоже. Также нельзя на шалкеров вроде. Да. Это не работает. Даже это не работает, как я уже говорил. С варденом, со слизнями, драконами, гастами, с визером. Это не работает. Не работает с разрушителем. Не работает. Ну, это с рыбой работает также. Но это вроде еще не работает с лошадь... Нет, с лошадьми и с остальными. Это работает. Только... Ну, вот с белым медведем сейчас мы даже проверим. Вроде тоже нельзя. Не, можно. Правда, летит он медленно. Я его догоняю даже. И давай лети. Пум, полетел. И минус мишка. Помянем, так сказать. Я еще могу сделать с бенгальскими огнями парочку роликов. Ну, если вы хотите. Поэтому написать мы вы можете в комментариях. Ну и вот, эксперименты подошли к концу с шариками. Это очень круто. Я вам так скажу. Ну, да, кстати, я, возможно, буду скоро снимать Жаня со своим другом. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока. До новых встреч.